Здравствуйте, дорогие мои! С вами снова Людмила Вдовиченко. И как я вам и обещала, с нового года мы с вами начинаем новый проект. Это будет красное платье. Давайте начнем с обзора ниточек. Я сейчас вам прочитаю, что это за ниточки. Я взяла 6 моточков по 100 грамм. То есть на платье, я думаю, мне будет достаточно 600 грамм ниток. Нитка 100% хлопок. 100% катон. Метраж нитки в 100 граммах 565 метров. Давайте посмотрим ниточку. Я уже немножечко начала вязать элементики. Ниточка тонкая, хорошо крученная. То есть для вязания крючком желательно, конечно, выбирать хорошо скрученную ниточку. Я пыталась разработать несколько эскизов, но это еще совершенно не окончательно. То есть вот этот вот низ, вот приблизительно вот как-то так он будет выглядеть. Вот для вот этого элемента, который я себе тут немножечко набросала, я уже связала некоторые такие вот завитушечки. Да, ну вот как-то так вот это все у меня получается. Вот уже у меня есть планы по поводу вот этого элемента, вот этих вот двух зеркальных элементов. И еще у меня есть цветочек. Вот такой вот цветочек. Вот это начало. Вот только пока что эти элементы я придумала. И я имею в себе представление только о том, как будет выглядеть низ платья. Это будет выглядеть приблизительно вот так. Вот так вот. И повторяющиеся вот так вот элементики. И здесь фестончик. Дальше, какое там будет платье выше, я еще не знаю, я еще не придумала. Мы с вами вместе будем работать, и что-то у нас там дальше получится. Еще вот такой вот листочек есть. Ну, я еще не знаю, буду ли я его использовать. Еще не уверена, нравится ли он мне. А вот эти вот элементы, вот эти вот огурчики, вот этот вот полуцветочек и вот этот цветочек, вот эти я точно уже хочу использовать. И в ближайшее время я буду снимать на вот эти вот три элемента мастер-класс. Благодарю вас за то, что смотрите мой канал. Пожелайте мне удачи в новом платье. Надеюсь, очень надеюсь, что у меня все получится, и я смогу вас порадовать новыми мастер-классами и новым симпатичным платьишком. Всего вам доброго, творческих вам успехов. С вами была Людмила Вдовиченко. До свидания.